Всем привет, ребята, меня зовут Богатейший Ди. Никаких предисловий, никаких вступлений, только контент. Поехали. А, ну да, ссылка на оригинал будет в описании под видео, как обычно. Итак, Да Винчи хочет поделиться с вами обновленным взглядом на рынок биткоина прямо сейчас. Он поделится своей стратегией и планом того, как оседлать этот рынок в данной ситуации. Поэтому оставайтесь с нами до конца, это будет быстрый, но очень важный выпуск о биткоине. Все меня спрашивают, ты сказал, что биткоин консолидируется, что он может продолжить падение на этой неделе. Ребята, неделя еще не закончилась. Да Винчи, у тебя есть обновленный прогноз, осмелишься ли ты им поделиться с нами? Возможно, биткоин теперь уходит только в рост, или ты до сих пор считаешь, что будет падение? Что мы увидим большую красную свечу на этой неделе? И, пожалуйста, поделись своей торговой стратегией на краткосроке, потому что об этом тоже очень многие спрашивают. Привет, Крис, я изучал график биткоина, как я уже говорил, думаю, с высокой вероятностью нас ожидает слив. Но нужно понять, что это не произойдет моментально, сразу же после моих слов. У этой формирующейся свечи может быть длиннющая тень, которая протянется аж до 6000 долларов, а потом вернется обратно и закроется чуть ниже. Давай переключимся на график, и я тебе все покажу. Включу более масштабную картинку, это очень важно в данном случае. Поставлю недельные свечи, и как ты видишь, мы находимся достаточно далеко от этой зеленой линии Боллинджера. Что это может значить? Это значит, что мы находимся в новом бычьем рынке. Хотя я все равно так не думаю. Впрочем, эта зеленая зона очевидно хороша для торговли. Если вы покупаете в этой зоне, если у вас после этого хватит терпения переждать падение до этой линии, то у вас все будет хорошо. Потому что эта зона хороша для покупок. А если вы еще и усреднялись, то все зашибись. Не беспокойтесь ни о чем, у вас все отлично. Да Винчи, то, о чем ты говорил сейчас, это не краткосрок, а очень большая картина на долгосрочную перспективу. Поэтому речь идет не об этой неделе и даже не о следующей. Дорогие подписчики, это долгосрочный взгляд для усредненных покупок в диапазоне от 4300 до 7600 долларов. Эта зона покупки не для краткосрока, ребята. Именно такие цены, как предполагает Да Винчи, хороши для долгосрочного закупа. Если вы ходлер, то сейчас очень хорошее время для покупки, только усредненных по доллару лесенкой. Давайте перейдем на часовые свечи. Очевидно, у нас тут восходящий треугольник, это ясно как день, рисует паттерны. В общем, эту линию внизу цене точно нельзя пересекать. Если цена остается в этом треугольнике, а ваш стоп-лосс находится на этом уровне, то, возможно, вы и получите прибыль. Смотри, как часто цена касалась этих точек здесь, здесь и здесь. Если эту линию цена пробьет, то она точно разобьет сердца многим людям. Короче, биткоин сейчас торгуется как валюта на Форексе. Большие дяди всегда охотятся за вашими стоп-лоссами, потому что они знают, где вы их ставите. Они забирают ваши стопы и ваши деньги заодно. Так и банкиры делают. Точно. В любом случае возникает вопрос, куда же это все дело придет? Судя по всему, либо до золотого сечения, либо до уровня 2.0. Речь об уровнях Фибоначчи, если что. А это около 6000 долларов. Это впечатляет на самом деле, друг. Вау, я буду удивлен. Мы можем даже и чуть выше подобраться до края этой зоны. Это зона продаж, кстати говоря, там нужно открывать шорт-позиции. Просто помните об этом. Так мы уже очень близко к ней подошли. Ну да. Уже сейчас множество людей жмут кнопку продать. Так что ты хочешь сказать, что мы уже близко к зоне продаж, что уже есть возможность роста на краткосроке, но как только цена войдет в зону продаж, ты будешь открывать шорт-позиции? В общем, в зоне продаж ты немного выйдешь из биткоина, потому что ты видишь шанс на падение после того, как цена войдет в шорт-зону. Ну да. Дело в том, что этот треугольник не до конца сформировался. Верхняя граница цены уже в зоне продаж. Это видно потому, что цена постоянно отталкивается здесь, здесь и здесь. Она отталкивается каждый раз, потому что именно на этом уровне люди должны продавать. По сути, заключать здесь сделку – это как плевать против ветра.
Получается, на протяжении уже нескольких дней мы наблюдаем новую схватку между медведями и быками. Если кто-то придет и скажет: «Да Винчи, пожалуйста, скажи, кто с большей вероятностью победит, когда цена зайдет в зону продаж? Медведи или быки? И, кстати, Да Винчи, какой у тебя план?» Честно говоря, это как бросить монетку, поэтому я занимаю позицию долгосрока. Я войду где-нибудь здесь и посмотрю, удастся ли мне получить прибыль вот здесь. Это будет просто идеально, да? По риск-менеджменту это 2 к 1. Я куплю здесь, и мне кажется, все так и случится. Знаешь почему? Потому что все мои недавние точки продаж сработали именно с риском 2 к 1. Я рисовал эти линии достаточно давно, и рынок им точно следует. Рынок вырос, эти линии уже были нарисованы, а теперь смотри, как цена идеально идет по гипотенузе треугольника. И скорее всего, вот эта точка будет идеальной для открытия сделки. Это не совпадение. Получается, ты зайдешь где-то в диапазоне от 4900 до $5200, а потом выйдешь из позиции в диапазоне 5200 и $5800, правильно? Нет, ты не понял. Смотри, даже нарисовав эти линии вот здесь, я все равно не знал, что вот здесь риск будет 2 к 1. Наперед я этого не знал, пока я не нарисовал этот индикатор внизу. Видишь, здесь написано «риски 2 к 1». Две недели назад я уже рисовал такие треугольники, но не знал, что цена будет болтаться в них. Ну вот смотри, она уже болтается. А теперь индикатор в этом прямоугольнике показывает риск 2 к 1. Это значит, что скорее всего так и случится. А, теперь понял. Блин, это реально круто, что все, что ты рисовал две недели назад, теперь оправдалось. Возвращаясь или делая отсылку к предыдущему эпизоду, где ты сказал, что видишь большую вероятность коррекции рынка, что уже на протяжении недели будет огромная красная свеча, ты до сих пор видишь такую коррекцию? Определенно да. Честно говоря, то, что цена чуть поднялась на этой неделе, не значит, что она будет расти вечно. Я уже показывал этот график здесь. Если цена вырастет до $6000, то это будет огромная свеча вот здесь. Но, честно говоря, сомневаюсь, что это произойдет. Я этого не вижу. Наверное, люди нормально так заработают. Вероятность того, что это произойдет, настолько маленькая. Разве что только доллар уже готов рухнуть, но мы еще не знаем об этом. Короче, вероятность очень низкая. Ну да, это возможно, но навряд ли произойдет. Тем не менее, ты все-таки рассматриваешь вариант роста цены до $6000. Я о том, что ты говорил об этом чуть ранее. Но теперь ты видишь эту возможность для этой конкретной недели. А что насчет коррекции? Ты сказал, что следующая вероятность — это движение вверх, а после него будет коррекция. И теперь вопрос, когда это произойдет и до какой цены откорректируется курс? Замечательный вопрос. На самом деле ответить легко, если я прав. А я думаю, что я прав. Я до сих пор в шоке, что эти линии были нарисованы мной длительное время назад и так хорошо себя оправдали сегодня. Короче, что нам нужно, это нарисовать уровни Фибоначчи. Вот отсюда. Блин, друзья, вы это видите? $6000! Вы можете себе представить возвращение цены к 6000? Это просто безумие. Может, этого и не произойдет, но представьте, что в краткосроке цена вернулась к этим отметкам. Это будет просто удивительно. Дай-ка угадаю, ты будешь смотреть на уровень 61,8 по Фибоначчи? Да, конечно. Короче, смотри сюда. Вот эта линия называется линией на песке. Так-так, ребята, линия на песке — это метафора. Первое значение имеет точку, за которой не будет идти дальше. Теперь все стало яснее, продолжаем. Линия на песке — это такая линия, на которой рынок говорит: «Ну ладно, вот оно». Шортисты и лонгисты подходят к этому уровню и меняют свое мнение на диаметрально противоположное. И если рынок пробивает такую линию, то это значит, что он будет катиться вниз очень жестко. Но если мы пробиваем такую линию вот здесь, то это значит, что мы вырастем намного больше после этого. Но там же очень большое сопротивление. Ты прав.
Там целая группа людей, которые готовы продать все свои биткоины за 6000 баксов. Некоторые люди даже покупали за 6000 и готовы продать по такой же цене, чтобы купить потом снова. Поэтому я не верю в сценарий пробития здесь. Но посмотри, куда мы вернемся. Этот уровень идеально совпадает с уровнем, с которого цена начала взрываться. Уровень 78,5 по Фибоначчи. Это где-то около $4100. Все линии совпадают просто идеально. Именно к этой отметке и будет стремиться коррекция. Значит, после того, как цена, возможно, вырастет на краткосроке до возможных $6000, ты видишь шанс тоже в краткосроке об откате биткоина до $4130, правильно? Of Bitcoin retracing back to the 78.6 level, namely $4130. Ну да. Это просто сумасшедшая волатильность, мужик. Ну получается, вопрос в том, успеешь ли ты в этом поучаствовать. Это действительно сложно сделать. Что может случиться вот здесь? Это рост биткоина до $6000, потом небольшой откат сюда, где он нарисует маленькую свечу, и потом уже будет коррекция. Вот такая возможная картина. Двигаться будет вот так, потом вернется, свеча закроется где-то здесь, а на следующей неделе после этого просто упадет вниз. Короче, эта коррекция не обязательно произойдет на этой неделе, возможно, на следующей. Но все-таки, есть ли какие-то конкретные временные рамки? Например, дата, о которой ты скажешь «да». Это день коррекции после роста биткоина на протяжении следующих нескольких дней или недель. Крис, эта коррекция произойдет на протяжении следующих нескольких недель. В общем-то, мы должны вернуться назад сюда на протяжении следующих 3 или 4 недель. Я в этом уверен. Получается, в начале мая биткоин сильно откорректируется до уровней около $4100-$4200. Если честно, это будет очень больно. Особенно если перед этим цена коснется $6000 на краткосроке. И такая огромная 30% коррекция многих выдавит с рынка. Спасибо DaVinci за то, что поделился срочным обновлением своего прогноза по биткоину, в том числе и за позитивную его часть. Особенно хорошо, что ты предположил, что биткоин, возможно, вырастет еще больше на этой неделе. Но до сих пор ты предполагаешь, что биткоин ждет большая коррекция, возможно, до цены $4130. В этом прогнозе единственное, что изменилось, это увеличение временного диапазона. Ты сказал, что коррекция может и не произойти на этой неделе, но на протяжении следующих 3-4 недель. Вот такой вывод мы сделали, исходя из нашей сегодняшней дискуссии. Да, точно так. На этом все, ребята. Далее идет разговор о кошельке DaVinci, над которым он работает. Он называется Pandora, и тестовая версия уже рабочая. Ну а меня зовут Богатейший Ди. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки или дизлайки, комментируйте, делитесь видео с друзьями и обязательно богатейте. А, кстати, спасибо за 41 тысячу подписчиков. Это просто нереально круто. Огромная благодарность за такую поддержку. Люблю вас и скоро увидимся. Пока.